Добрый вечер, мои дорогие ребят. Я с работы. Я хоть могу сожрать слона. Но я не хочу готовить, честно. Но я что-то готовила с утра. Но у меня было там две котлеты, в принципе. Ну, и у меня вот салат. Лаваш. И копченая курица. С аджикой вот у ребятишек попробуем. Я хочу бедрышко. Ой. Ой. Вкусно. Вкусно. Счет у меня какие-то. Салочку можно было еще настругать. У меня уже не говорится. Так что просто жрем молча. Вот интересно, хочется вообще молчаливый попробовать мукбанг записать. Такой коротенький. Но я смотрела вот эти корейские мукбанги. Там, допустим, двухминутное видео. Ну, естественно, за это видео они сожрают все. Но выставляется это все. И тоже, ну, едят, слышно, как на быстрой скорости выставляется. Вот как мне тут. Ну, шурмой много было видео. Необычный формат попробовать, да? Только крылышки-то какие-то. Дышу, ко мне привязался. Я начал говорить, есть хочу. Упала. Я говорю, курицу будешь? Она, какую? Я говорю, сырую. Купила я сырую курицу. Говорит, ну, я думала, копченую. Я говорю, ну, если копченая, а тебе сырую. Ой, как вкусно. И посолено-то, по-моему.
Я сегодня купила 1,5-литровую банку меда. У нас девочка из деревни привезла. Колбаски купила копченые. У меня сегодня праздник живота. Колбасу на завтра. Что-то я уже соскучилась по колбасе. Да, с салатиком-то я промахнулась. Пришли патчи для глаз на Вайлдберрис. Ну. Мне уже не хочется туда ехать. Я эту крылышку заныкаю. А завтра мы с вами пожрем колбаски. Чмоки-чмоки всех. Обняла. Пока-пока. Ваша Наташа.